Всем привет! Вы на канале Тихо Ша, одесситка в США. Ребята, сегодня я хочу вам показать мастер-класс, как починить курточку. Сейчас я вам покажу проблемную зону и буду приступать к работе. Кому интересно это видео, этот мастер-класс, присоединяйтесь. Вот эта курточка, ожидающая своего ремонта. Посмотрите, какой огромный разрыв кармана получился у мужчины. Ну, ничего страшного, сейчас все будет хорошо. Курточка будет продолжать свою жизнь. Итак, вы видите, что разрыв здесь огромный получился по карману и здесь разрыв. То, что здесь открыт карман, это ничего страшного, это просто нужно вернуть на прежнее место эту строчку. В общем-то, проблема небольшая, буду приступать. Ну что, я подобрала уже нитки по цвету и раскрыла вот эту строчку, которая мне мешала. Дальше, ребятки, кто не знает, как подступиться к этой проблеме, нужно раскрыть с изнаночной стороны немножко подкладку. Так как у меня здесь карман находится по боковой части, по боковому шву, я открыла доступ немножко, идя вверх, то есть по рукаву. Все, вот доступ есть, выворачиваем наизнанку. И строчим, делаем выточки неглубокие, с очень плавным переходом вот в этой области, где начинается разрыв. Все, одна выточка есть. Так, застрачиваю вторую проблемную зону. Выточка должна быть очень-очень маленькой глубины. Если вы возьмете больше расстояния, будет уже большое искажение на куртке. И такого рода ремонт будет очень заметен. Вот так. Если ткань сыпучая, нужно проклеить эти места с двух сторон. Здесь проложить клеевую и с другой стороны проложить клеевую. У меня ткань прорезиненная, она не будет осыпаться и строчка будет закреплять и хорошо держаться. Все, идем на утюг, утюжить. Показываю, что у меня получилось с лицевой стороны. Вот такая строчка. Она идет до карманчика. Здесь я немножко открыла строчку. Сейчас я поставлю все на место и сделаю здесь закрепочку. Ну что, я практически закончила работать с курткой. Вот, смотрите. Одна выточка, так скажем. Вторая. Здесь я продолжила строчку, потому что я открывала здесь, вы помните. Восстановила карман. Зафиксировала зигзагом здесь, внизу также. Мне осталось отутюжить, здесь прострочить, продолжить линию, которую я открывала, и застрочить дырочку изнутри, через которую я работала с карманом. Вот он. И будет на этом все. Итак, показываю вам. Я уже закончила, полностью отутюжила. Показываю мою работу, сдаю работу вам. Ну, я считаю, что достаточно аккуратно сделано при данной ситуации, которая была. Восстановлен карман, все восстановлено, все функционирует. В общем, вот так. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Может быть, у вас есть другие идеи, как
нужно было отремонтировать эту курточку. Пишите, мне очень интересно.